Блин, ну это был очень драматичный матч. Могло качнуться в любую сторону. Казалось, что мы уже вот-вот проиграем, хотя сначала вели, в итоге спаслись. Запоминается последнее, наверное, да? Какие сейчас у тебя эмоции? Расскажи об игре, как она тебе виделась, Поля. У меня буря эмоций в голове. Забила гол. Это еще последний наш матч за Ю-19. Мы выпускаемся. Очень грустно, не хочется прощаться. И я безумно рада, что мы выиграли. Очень было тяжелое поле. Ты забила в обоих матчах. Ну, в первом, ладно, был автогол. Но, тем не менее, после твоего прострела это было. Во втором ты забила. Получается, тебе на таком поле нравится играть? В принципе, мне без разницы, какое поле. Я везде готова играть. Расскажи, какое впечатление у тебя о сопернике? Было много стычек, много борьбы, провокации. Было все, мне кажется. Был ли у тебя какой-то похожий опыт? И вообще, как тебе соперник? Соперник очень агрессивный, очень жесткие девчонки. Но это одновременно интересно. Мы никогда не играли на таком уровне, и это хороший опыт. В целом, подведи итог этого сбора, двух матчей. Какие впечатления, чем тебе запомнится эта поездка? Тем, то, что это последние сборы будут в Ю-19. Я его провела со своими всеми близкими. Буду очень скучать. Всех люблю. Ну, ты нам расскажешь все-таки, как ты празднуешь голы, что это значит, что твой знак обозначает? Буква «Д». «Д»? Да. К чему это? Просто так. Буква «Д». Хорошо. Остановимся на этой загадке. Спасибо тебе большое.